Привет всем любителям больших сисек, с вами сайт Dota2.ru. Сегодня у нас в гостях Queen of Pain, но давайте мы с вами будем звать ее просто Акашей. Ее цель в команде — ганги нанесения массового магического урона. Акаша — отличный соло-герой с большим радиусом дальней атаки. Способности направлены на мгновенное нанесение магического урона по области. Прекрасно стоит на любой из линий. Благодаря блинку хорошо контролирует руны на миде. Из недостатков нужно отметить, что она смертельно боится сайленса и без маны ни на что не способна. Однако лейт Акаши, благодаря приросту ловкости, часто покупает артефакты на урон, что открывает ей второе дыхание. Первая способность — это Shadow Strike. Акаша втыкает отравленный нож во врага. Кстати, на протяжении действия эффекта нож визуально воткнут в соперника. Довольно хорошая способность, направленная на ослабление единичной цели. Из-за процентного замедления не теряет актуальности и в лейте. Кстати, известная старая прокачка через Некрономикон, во многом обусловлена замедлением монтажа и пуш-потенциалом. Сбор Некрономикона актуален и до ныне, если вы обладаете хорошим контролем юнита. Следующая способность — Блинк. Это бешеная способность, которая делает лейт Акашу практически неубиваемой, а раннюю Акашу практически негангабельной. Блинк позволяет преодолевать препятствия, но не дает телепортироваться в еще неразведанную местность. Это отличная способность, чтобы врываться в битву или спасать свою симпатичную волшебную задницу. Третья способность — Scream of Pain. Акаша издает пронзительный крик, который наносит магический урон всем врагам вокруг. Благодаря маленькому КД это отличная способность для фарма. Крик не наносит урона невидимым юнитам и тем, кто стоит в тумане войны. Ульт Акаши — Sonic Wave. Акаша пускает звуковую волну перед собой, в результате чего все юниты, попавшие под крик, получают огромный магический урон. Способность может быть усилена аганимом, который добавляет урон и снижает скорость перезарядки заклинания. Ребятки, хотелось бы сильно извиниться за такую задержку. Были проблемы с игрой и временем. В следующем выпуске постараемся выпускать побыстрее. Выпуск был подготовлен для сайта Dota2.ru. Ставьте палец вверх под видео, сердечки на ВКонтакте и пишите на форуме. До встречи в будущем. Пока!